Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представить вашему вниманию урок по теме программирования разветвляющихся алгоритмов. Урок в 8 классе. Цель обучения, куда данное занятие вносит свой вклад, это учащиеся используют алгоритмы и ветвления, постановку условий в своих проектах. Цель занятия – сформировать знания о структуре ветвления в программировании. Прежнее обучение, то, что знают уже дети, это знают, что такое алгоритм, умеет реализовывать линейную структуру алгоритмов, строит блок схемы и пишет программу, знает типы данных. Урок я хотела бы начать с такой притчи. Один искатель счастья увидел большой камень, на котором было написано «Переверни его, и ты узнаешь что-то новое». Он долго и с огромным трудом старался перевернуть камень, и когда он все же перевернул его, то увидел надпись на обратной стороне «Зачем ты ищешь новые знания, если не обращаешь внимания на то, что уже знаешь, и зачем тебе знать, если то, что ты знаешь, ты не обращаешь в действие». И поэтому я хочу сказать, ребята, что вы должны то, что вы учитесь на уроках, то, что вы знаете, чтобы вы применяли его в жизни. Итак, для урока нам необходимо дополнительные карточки, которые я вам приготовила, и сейчас я их раздаю. То есть вам нужно будет выполнить задание из того, что вы уже знаете, какие числа относятся к типу integer, real в первом задании, во втором задании определить типы следующих значений 45, 7 восьмых и 2,0, 7 мод 2, а плюс b в числителе, в знаменателе c, 15 d в 4. Исправь ошибки в программе. Это третье задание, в котором дается готовая программа, а вы должны будете найти ошибки. Запиши на языке программирования математическое выражение. Это четвертое задание. Пятое. Переведите запись из языка программирования Pascal на математический язык. Запустите программу ABC Pascal. Откройте файл задачи 1. Прочтите условия задачи. В задаче у нас нужно будет вычислить значение функции, заданной следующим образом. Y равно x разделить на x минус 5. В программе выполните, пожалуйста, эту программу. Назовите, какие операторы используются в программе. Значит, учащийся набирает в ABC Pascal нужную программу, запускает эту программу и получает ответ. Учитель задает вопрос, какая кнопка предназначена для запуска программы на выполнение. Учащиеся должны ответить на вопрос, который именно запускается. Выполните программу для значения перемены x равной 10, 0 и 5. Получившиеся ответы нужно будет обосновать. Значит, они получают результат и обосновывают свои задания. Следующим действием нужно будет просмотреть видеофильм, которым у нас идет об условном операторе. Урок 9. Условный оператор. Условный оператор создан для того, чтобы в программе была возможность принятия решений. Общий синтаксис этой управляющей конструкции выглядит так. Сначала идет служебное слово if, которое переводится с английского языка как если, после которого идет некое условие, которое может быть или истинным, или ложным. Завершает конструкцию в этой строке служебное слово then, что в переводе с английского означает тогда. Затем внутри контейнера begin-end перечислены команды, которые выполняются в том и только в том случае, если выполняется условие, указанное в скобках. Для команд, которые нужно выполнить, если условие «не» выполняется, предусмотрено ответвление «else» в переводе с английского «иначе». Здесь нужно подчеркнуть ряд моментов. Служебные слова «begin» и «end» обязательны в том случае, если в соответствующем блоке программы нужно выполнить более одной команды. Если команда только одна, то
то begin и end можно не использовать. Условный оператор часто используется в неполном виде. Бывает так, что в случае невыполнения основного условия не предусмотрены какие-либо действия. Программа в этом случае просто переходит к командам, следующим за условным оператором. Ответвление else просто не используется. Классической демонстрацией работы условного оператора является задача нахождения корней квадратного уравнения. Что ж, не станем отступать от незыблемых традиций обучения программированию и напишем небольшую программу на эту тему. Итак, у нас есть квадратное уравнение следующего вида. А, Б и С — некие известные числовые коэффициенты. Подразумевается, что коэффициент А отличен от нуля. Коэффициенты B и C могут принимать и нулевое значение. Необходимо найти все возможные значения x, при которых бы данное равенство было верным. Для того, чтобы решить уравнение, необходимо найти так называемый дискриминант. Дискриминант вычисляется по следующей известной формуле. Затем следует сравнить дискриминант с нулем. Если он окажется отрицательным числом, то это означает, что вещественных корней у квадратного уравнения нет. Если дискриминант положительный, то корни уравнения вычисляются по следующей формуле. И, наконец, если дискриминант равен нулю, то уравнение имеет один корень, который находится таким образом. Ну а теперь напишем саму программу, которая по коэффициентам А, Б и С будет находить корни уравнения или определять, что их нет. Итак, какие переменные нам необходимы для задачи? Конечно же, нам нужны коэффициенты А, Б и С. По ходу решения необходимо будет вычислить дискриминант. Зарезервируем и для него область компьютерной памяти. Корней уравнения может быть максимум 2. Так что нам понадобится еще 2 хранилища данных. Прежде чем решить квадратное уравнение, нам, конечно же, надо получить само квадратное уравнение, то есть определиться со значениями А, Б и С. С помощью нескольких команд ввода и вывода мы предлагаем пользователю программы указать искомые коэффициенты. Теперь на основании этих данных вычислим дискриминант. С математической функцией SQR вы уже знакомы по прошлому уроку. Она вычисляет квадрат числа. Вот теперь начинается самое ответственное. В зависимости от значения дискриминанта, программа должна определиться, по какому пути ей следовать, чтобы решить задачу. Итак, сначала выясним самый простой вариант. Может быть, дискриминант меньше нуля? В этом случае корней нет, и дальше ничего выяснять не требуется. Но с таким же успехом переменная D может оказаться и положительной, и нулевой величиной. Поэтому ответвляем конструкцию. Мы снова на распутье. Мы определяли, является или не является дискриминант отрицательным числом. Если не является, то перед нами новая дилемма. Равен ли он нулю? Или является положительным. Внутри этого ответвления мы снова используем условный оператор. Сначала мы определим, равен ли дискриминант нулю. Если равен, то выводим единственный корень на экран. Если не равен нулю, то у нас остается только один путь. Дискриминант положителен. В этом случае остается только вычислить оба корня и напечатать их на мониторе. Функция SQRT, которую мы используем в вычислениях, это встроенная в язык Паскаль математическая функция для нахождения квадратного корня. Ее не следует путать с функцией возведения в квадрат, SQR, которую мы также используем в данной программе. Итак, еще раз кратко пробежимся по логике программы. Сначала пользователю предлагается указать коэффициенты уравнения. На основании введенных чисел вычисляется дискриминант. Если дискриминант отрицателен, то программа сообщает, что корней нет.
Если дискриминант не является отрицательным числом, то проверяется, может он равен нулю? В этом случае у уравнения один единственный корень. Если же дискриминант не равен нулю, а перед этим мы еще выяснили, что он и не отрицателен, то остается только один вариант. Дискриминант — это положительное число. В этом случае у уравнения два корня, которые мы и показываем. Настало время проверить работоспособность приложения. Возьмем следующее уравнение. У этого уравнения корней нет. Покажет ли запуск программы тот же результат? Нажимаем F9 и вводим коэффициенты. Корней в данном уравнении нет. Возьмем такое уравнение. Как вы прекрасно знаете, это равенство можно преобразовать к квадрату разности. Очевидно, что у уравнения всего один корень — единица. Проверим. Так и есть. Ну и возьмем последнее уравнение. Оно без труда раскладывается на такие множители. Из разложения видно, что корни уравнения 2 и минус 3. Запускаем программу, вводим коэффициенты. Бинго! Все сходится! Напоследок давайте немного сократим наш код. Как уже упоминалось в начале урока, если внутри управляющей конструкции всего один оператор, то служебные слова begin и end можно опустить. Поэтому ограничители можно убрать отсюда, отсюда и даже отсюда. Дело в том, что внутри вот этого else находится другой вложенный оператор if, который сам по себе является одной цельной командой. Данный if в своем ответвлении else содержит несколько других операторов, которые разграничены с помощью begin и end. А вот здесь эти служебные слова удалять нельзя. При удалении избыточных begin и end следует учитывать, что перед служебным словом else не должно быть точки с запятой. Ну что ж, примите поздравления. Теперь вы можете писать программы с зачатками искусственного интеллекта. Если в приложении из прошлого урока просто выполнялись все команды по очереди, то сейчас реализован алгоритм, связанный с выбором действий в зависимости от ситуации. Условный оператор — простой и незаменимый инструмент для реализации гибких алгоритмов. На следующем уроке мы продолжим знакомство с ним и покажем, как с помощью него можно принимать и более сложные решения. Посмотрев видеофильм, мы говорим о ключевых словах. Это что такое условный оператор? На казахском языке шартты оператор, на английском языке decision. Неполный условный оператор, на казахском толык емес шартты оператор. Incomplete decision. Следующее слово — составной оператор, күрделі оператор, composition операторы, operation. Следующее — вложенные ветвления, кіріктірілген, ішкі тармақталу, nested, branching на английском языке. Кроме этого, нам необходимы будут слова на уроке. Это тармақталған алгоритм ветвления, тармақталған алгоритм или алгоритм ветвления, на английском branching алгоритм. Егер, если, if, онда, то, иначе, әйтпесе, иначе, else, және, и, and, немесе, или, or, емес, не, not. Общий вид условного оператора, как вы только что видели в видеофильме, это полная форма условного оператора. If записывается условие, then первый оператор, который удовлетворяет этому условию. Если этому условию не удовлетворяет, то выполняется второй оператор после else. Неполная форма условного оператора if условие then оператор. Перед else знак точка запятой не ставится. Условия, логические выражения простые, могут быть простыми и сложными. Простые — это операции отношения, о которых мы уже знаем. Какие операции отношения? Это равно, меньше, больше. Сложные — логические операции, с помощью которого у нас строится
сложной операции. Это AND, O, NOT с помощью союзов. Фронтальный опрос. Что такое условный оператор? Значит, просмотрев видеофильм и записав, то есть еще раз учитель обращает внимание, как записывается полный и краткая форма, или говорим, неполная форма условного оператора, что они могут простыми и сложными, ребята отвечают на фронтальный опрос. Что такое условный оператор? Оператор, реализующий ветвление, называется условным оператором. Для чего предназначен условный оператор? Ответ учащих. Условный оператор позволяет изменить порядок выполнения оператора в зависимости от выполнения некоторого условия. Как называется структура условного оператора? Это неполная и полная. И запишите общий вид условного оператора, полные и неполные формы. Ребята записывают. Теперь дается ребятам задание, которым на интерактивной доске записаны «если», то ребята должны будут подобрать действие. Допустим, к примеру, если А меньше нуля, они должны выбрать одно из условий, которое здесь дается. К примеру, А больше нуля, меньше нуля, то если А меньше нуля, скажем, число, то число отрицательное, то число А, вернее, отрицательное. Или, к примеру, возьмем другое. Если температура равна 100 градусов, то вода кипит. Или если действительных корней, если дискриминант меньше нуля, то действительных корней нет. Следующий пример. Если любишь кататься, люби и саночки, то люби и саночки возить. Таким образом, ребята должны поставить правильные условия. Следующее уже полные. Здесь мы рассматривали пример неполной формы условия. Следующий пример – это пример полного условия. Например, если горит зеленый свет, то иди, а иначе стой. Другой пример. Если налево пойдешь, то коня потеряешь, а иначе сам пропадешь. Или другой пример. Если А делится на 2 без остатка, то число А четное, иначе число А нечетное. Рассмотрев эти задания, выполнив на интерактивной доске, ребята быстренько переставляют. Затем рассматриваем пример нахождения частного двух чисел. Z равно Y разделить на X. Составьте к этому примеру условия. Составляют ребята условия. Мы говорим, если x не равно нулю, z, y разделить на x, иначе должно, оператор вывода должен вывести, функция не определена. Нужно будет к этой, если правильно составили условия, то ребята строят блок-схему. Вернемся к рассмотрению примера нахождения значения функции y равно x разделить на x минус 5. Можем ли теперь ее решить? То есть на самом начале мы рассматривали пример, который у нас не совсем отвечал нашим требованиям. Доработаем эту программу исправлением работы программы. Итак, дана программа, функция, где x и y, x у нас будет целым числом, y будет нецелым, то есть вещественным, тип y вещественный. Нам нужно будет ввести значение переменной x. Вводим значение переменной x. Если следующий ход программы, это если x не равно 5, то есть меньше или больше ставится знак,
ребята знают, как знак это обозначается Zen, выводится следующее действие. Y равно X разделить на 5, X разделить на знаменатель X минус 5. И выводим значение Y равное Y. Иначе выводится значение X равно 5, функция не определена. Следующим действием идет у нас физминутка. Для учащихся, для физминутки я приготовила ребятам видеофильм, в котором они должны будут показать, вернее, сделать небольшую разминку. Привет, ребята! Разомнемся вместе со мной! Стоя возле парты, руки на поясе. На счет раз, правую руку вниз, левую вверх. На счет два, переменить положение рук. Повторить 4 раза. Темп средний. Начали! Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Расслабленно опустить руки вниз и потрясти кистями. Голову наклонить вперед. Молодцы! Следующее упражнение для наших глазок. Голова остается неподвижной. На счет раз посмотреть влево. На счет два посмотреть вправо. Три посмотреть вверх. Четыре посмотреть вниз. Повторить 8 раз. Раз, два, три, четыре. 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 Хорошо, продолжим. Руки поднять вверх. Раз, сжать кисти в кулак. Два, разжать кисти. Повторить 8 раз. Затем руки расслабленно опустить вниз. Потрясти кистями. Темп средний. Раз, два, 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 раз, два. И потрясти кистями. Голову наклонить вперед. А теперь так. Стоя, руки на поясе. Раз. Повернуть голову максимально далеко вправо. Вернуться в исходное положение. Два. Повернуть голову максимально далеко влево. Вернуться в исходное положение. Три. Вдох, пауза. Выдох, пауза. Повторить 4 раза. Темп средний. Раз. Два. Вдох, пауза. Выдох, пауза. Раз. Два. Вдох, пауза. Выдох, пауза. Раз, два, вдох, пауза, выдох, пауза. Раз, два, вдох, пауза, выдох, пауза. И последнее упражнение. Стоя, руки вдоль туловища. Раз, правую руку на пояс. Два, левую руку на пояс. Три, правую руку на плечо. Четыре, левую руку на плечо. 5. Правую руку вверх. 6. Левую руку вверх. 7. 8. Хлопки руками над головой. 9. Опустить левую руку на плечо. 10. Правую руку на плечо. 11. Левую руку на пояс. 12. Правую руку на пояс. Повторить. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Молодцы! Мне понравилось с вами заниматься. А вам? До встречи! После разминки учащиеся работают с практической работой. Вычислить каждого будет... У каждого на столе будет задание
4 задания. Первое задание – вычислить значение функции, заданной следующим образом. Единица разделить на x минус 3. Дана блок-схема. По этим данным они должны быстренько заполнить блок-схему. И дана шаблон программы, которым они должны будут быстренько заполнить. Точно так же нужно будет заполнить и вторую задачу. Увеличить число x на 10, если оно не отрицательно. Во всех остальных случаях уменьшить его на 10. Тоже дается блок-схема и готовый шаблон, которым они должны будут составить программу. В третьем задании баскетбольную секцию принимается юноша в возрасте 13 лет и не ниже 165 см. Составить программу зачисления юноши в возрасте x лет и при росте y см в баскетбольную секцию. Здесь уже нужно составить тоже блок-схему и вывести результат программы. Четвертое задание – увеличить число x на 10, если оно не отрицательно. Во всех остальных случаях уменьшить его на 10. Тоже дана готовый блок, вернее, шаблон блок-схемы и шаблон программы, которым ребята должны будут быстренько заполнить. Затем идет activity, игра-логика, в котором ребятам предоставляется возможность, нужно будет собрать как можно больше кристаллов, но кристаллы сможете собрать, если будут знать правила. Итак, какое правило нужно знать? Значит, первое, какому союзу и логической операции соответствует конъюнкция? Это союз и. Они должны сказать, ответ дать. Какому союзу и логической операции соответствует дизъюнкция? Ответ должен быть или. Какому союзу и логической операции соответствует инверсия? Здесь должен быть ответ «не» и «действия какие». Следующее практическое занятие – это загрузить программу Z1, расположенную на диске C, Student, в папке Student F, в подпапке Grade 8, файл Z1.pass. Здесь дана программа, в котором… Переменная у нас будет x, вещественное число. Нужно получить результат, если x больше 1, и если x больше или равно 7, и x больше 13, то нужно сказать, что он принадлежит этому функции, иначе не принадлежит. Дана вот такая программа, которая внимательно ребята должны рассмотреть структуру программы, запустить программу на выполнение и ответить на вопрос, всегда ли верно решается поставленная задача. Подставляя какие-то значения, ребята должны понять, что не всегда может выполняться эта программа. Задает учитель следующий вопрос. Как можно изменить программу для того, чтобы ошибок не было? Ребята должны посмотреть внимательно программу и сказать свои выводы, и изменить программу, запустить ее вновь. То есть здесь они должны сказать, что мы будем применять уже составной алгоритм ветвления, где будем связывать их с помощью логической операции AND, OR или NOT. Следующий слайд, которому будет предоставлена возможность, чтобы ребята могли повторить операции отношения больше-меньше, больше или равно, меньше или равно, неравно и равно. Сложные условия у нас составляются с помощью союза AND, OR и NOT. К примеру, пример такой. Предоставляется схема полного ветвления, неполного ветвления. И в сложных, здесь же мы разбираем, что в сложных логических выражениях отношения связываются логическими операциями, заключаются в скобки. Например, требуется определить, есть ли среди чисел А, Б и С хотя бы одно отрицательное. Эту задачу решает следующий условный оператор. If А меньше нуля в скобочках О, Б меньше нуля в скобках О, С меньше нуля, then write да в апострофе, скобка закрывается, else write нет. То есть здесь
если А меньше нуля, И Б меньше нуля, И С меньше нуля, то ответ должен выводиться «да», удовлетворяет этому. Иначе, если это условие не выполняется, он должен вывести ответ «нет». Теперь еще раз просмотрев все эти правила, ребята должны исправить программу так, чтобы она была записана правильно. Ребята исправляют и запускают. Если у кого, учитель запускает на доске, чтобы проверили, правильно ли у них получилось и запускается ли программа. Программа будет выглядеть таким образом. Задание пятое, правильное решение дается вот на экране. Следующее задание требовалось написать программу, при выполнении которой с клавиатуры считываются координаты точки на прямой x действительное число и определяется принадлежность этой точки одному из выделенных отрезков b и d. Рисунок, предоставленный внизу, включая границы. Программист торопился и написал программу неправильно. Укажите, как нужно доработать программу, чтобы не было случаев ее неправильной работы. Ребята смотрят программу и должны сказать, что здесь у нас составной оператор условия, которым нужно будет правильно поставить. Дорабатывают эту программу, получают готовую доработанную программу, как показано на экране. Итак, подведем итоги нашего урока. Что нового вы узнали на сегодняшнем уроке? Для решения каких задач используются условные операторы? Как в условных операторах можно использовать сложные условия, которые строятся из простых отношений? Научились ли вы анализировать работу алгоритма, прокручивать его в уме? Кроме этого дается рефлексия. Я поняла предназначение оператора ветвления if, да, нет, ставят галочки. У каждого на столах лежат эти листочки, раздаточный материал, который в начале урока готовился. Я поняла, что такое полное ветвление, тоже отвечает да, нет, не совсем. Я поняла, что такое неполное ветвление. Я поняла, что является простой формой логического выражения. Данная тема оказалась для меня сложной, и мне понравилось составлять программы. И седьмой, мне надо дополнительно поработать с практикой. Это рефлексия, после которого учитель узнает, все ли ребята поняли на уроке. Кроме этого, дается домашнее задание вычислить значение функции y при заданном значении аргумента x. y равно x в квадрате минус 1 при x больше 0, y равно 0 при x больше минус 1 и меньше 1. И x, y равно корень квадратный x в кубе плюс 1 при x меньше минус 1. Учитель здесь должен повторить о том, что подкоренное выражение должно быть положительным числом, ну а все остальные уже ребята знают по условию. Урок закончен. До свидания.